Это великолепно. Ага. Здорово. Виктор на твоих мобильных устройствах и не только. Возможно, даже на экране телевизора. Секретный агент Цветок всегда рад показаться в нужный момент и намекнуть про лайки. Но, в принципе, вы из предыдущих выпусков в курсе, о чем я говорю. Ну, а сегодня, как, в принципе, каждый четверг на стриме и каждую пятницу на Ютубе, я делаю выпуск по колесам. Начну сегодня, значит, с того самого автора, который очень сильно и мне, и тебе, и зрителям оставшимся наверняка хорошо понравился, потому что это же Иринка Сон! Иринка Сон. Короткий уровень, но уровень номер 2 скоро будет. Ага. Скоро это значит на следующий день. Хорошо работаешь. Смотрим. Пожалуйста, помоги. Меня захватил темный ОЦ. Осторожно. Я чувствую, что он где-то рядом. Освободить тебя нельзя? Медленно. Надеюсь, никто орать на меня не будет. Я сегодня чувствительный. А, вот он ты. Иди-ка, говорит, сюда. Я, говорит, тебя поймаю в свою ловушку. А, все, я типа попал в ловушку. Хорошо. Ну, это же первая часть. Первая часть это демка такая, знаете. Завлечь просто. А, это тоже короткий левел, говорит, получился. Я извиняюсь, но левел 3 скоро будет. Как хитро, смотри. О, вот ты где. Привет. Я тебя не видел. Едь, пожалуйста, медленно. Еду медленно. А, как раз таки ты хочешь найти его. Ну, типа, вот это. Вот этого я не ожидал. А вот и он. Он скоро будет под моим контролем. Прости, Витёк. Да ладно, ладно, тут целая история какая-то, я смотрю, скоро будет. Удачи. Пожалуйста, говорит, спаси его. А это не УЦ, это дочка. Дочка. Здесь тоже, между прочим, лепесток. Где? Где? Вот. Вот здесь тоже есть лепесток. Но он не черный, как можно показаться. Он просто цвета хромакея, поэтому его не видно. Да. В принципе, вот она семья. И что я могу сказать? Семья выпрашивает лайки. Я никогда лайки не выпрашиваю. А вот цветкам можно. Опа, на шок-контент. Да, прозрачные глаза и все такое. Вот как-то так. Ладно, жду третью серию от тебя. А пока пойду другого пощупаю человечка. Скелетончик. Скелетончик с уровнем Bottle Flip. Может, им Impossible Bottle Flip? Пишет просто Bottle Flip. Тот, который последний. А, Bottle Flip, тот, который последний. Привет. Я не создавал игры, я заболел, и я был в Барнауле. Типа хвастаешься, да? А я не был в Барнауле. Кто-нибудь был еще в Барнауле, господа? Это я к чату. Ну, ты-то точно был в Барнауле. Троллинг. MLG, OMG, Normal. Никогда не делай этот задний фон. Я ненавижу этот задний фон. Ти-сириус. Ти-сириус. Еще две бутылки остались наверху. Но это жесть. Ну и MLG еще не выпало. Да ты че прикалываешься, что ли? Я сейчас выбью вам MLG, ребят. ОМГ выбил! Пора, как говорится, десантироваться самому. Выходи оттуда. А зачем ты сделал две троллящие бутылки? Скажи мне, пожалуйста, а? Что это за... Что, значит, если ты болел, то можно делать такие ботл-флипы? Нет, это не так. Так не надо делать. Если ты болел, все равно делай качественный контент. Что за фигня? 3 балла. Но больше пока не тянешь.
Давай. Задний фон минус 1 балл. Троллящие бутылки минус еще один. За то, что болеешь, плюс один. Ладно, маленькая поблажка. А вообще, как-то на коленке сделано. Это еще минус 1 балл. Итого 3. Ты что хотел? Я сегодня жестокий. В меня сегодня темный уцев вселился, между прочим. Пойду следующего посмотрю. Ларик. ЗЗЗ. Рип. О! Рип. Рип Димасик. Я разве не играл в него? Погоди. И что я должен один знать? Да? Да я же в него не играл. Коля тупой. Был этот уровень. Че, зачем? Еще раз. Угу. Человек, у которого почти матерный ник, но он все-таки, наверное, Влад, а не то, что вы подумали. Что ты хочешь от меня? Уровни. Фига себе, он пишет уровни. Тут список из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, из 9 уровней. Ты что, прикалываешься, что ли, надо мной? А я разве не играл в тот же... Фиг с тобой. Витек Фрич. Давай посмотрим. Посмотрим. Витеколд. Витеколд это типа название холодильника. Витеколд. А почему в холодильнике? Че, места что ли другого нету? Сорян. Цветок негодует. Смотри. Хоть улыбка есть на лице, но негодует. И не потому, что я его застукал, потому что ты лайк не поставил до сих пор. Угу. Ну ладно, коротенькие. Если они все такие коротенькие, эти уровни, я готов все пройти. Get out of the box. Ну-ка. Цветок под столом, смотри, стоит. Лучше не двигайся. Че, надо мы... А, мышкой надо выходить. О, понял, квест. Нужно было всего лишь стрельнуть. Хорош. Слушай, молодец. Молодец, мне нравится. Давай еще смотрим. Swords Roll Troll. Swords Roll Troll. Ну, судя по всему, здесь троллинг какой-то должен произойти. Ха! Не! Мам! Ловлю! Сраный эльф. Пожаловался мамке, да? Ага, мамка-то в космосе и приближается к Земле с офигительно большой скоростью. Как быстренько. Скейт-парк. Нажми пробел, чтобы начать. Нажал. Чувак на скейте. Прыгать не может. Шатает его. Ну ладно, вроде едем. Это самый неспешный скейт-парк, который я когда-либо видел. Самая такая неспешная рампа получилась. Ну он даже коленки не согнул. Как он делает это? Как можно на прямых ногах кататься на скейте? Скажите мне, пожалуйста. Люди в чате. Ну и ты, конечно, в комментариях напиши. Когда-нибудь пробовал кататься? Ну, не знаю. Ну, на 5 баллов не тянет. Сам видишь, предыдущие уровни были офигенно классные. А тут, видишь, что-то не докрутил. Нам больше юмора нужно было впендюрить. Ой, Balls Roll Troll. Давай сразу в смертуху. Ой. А в чем тролл? Погоди. А, вот он в чем тролл. Значит, нужно совсем далеко кидать. Минус 3 яйца. Ой. И чем мне теперь кидать?
О! Я попал в плюс 3 мяча. Ага. Это мне напоминает, помните, я играл в Яндекс.Экзе. Там такой же был троллинг. Действительно тролли, это победить-то как? Я хочу победить. О! А, закрыть смертуху, и теперь можно в победу. А куда тогда кидать-то? Я куда ни кинь, везде говна кусок. Не там задница, непобедимый уровень. Но троллинг качественный. Grab the air. Схвати воздух. Grab, wait 5 seconds and hold. Схватился. Великолепно. Просто великолепно. Почему не 5 баллов? Я не понимаю. Это офигительно крутой уровень. Это же миллиард отсыл. Это с MLG. MLG просто. Хэппи сумо, счастливое сумо. А, я проиграл. Да давай, ну, чё ж ты... У меня вообще никаких вариантов нет. А, вот так вот его просто сдвинуть нужно, и все. Я прыгаю, что там, скачу! С айгаком, таким, сиким, блин, перепрыгнуть пытаюсь, надо было просто вперед ехать. Ну, затроллировал, что тут можно сказать. Витек Play Simulator. Почему у меня, извини меня, ноги коленками назад выгибаются? Я что, конь? Ты на что намекаешь? Разрешено войти только Витьку Плей. Цветок Роскомнадзор посадил на цепь. Слушай, у меня еще руки вот так вот как-то странно гнутся. Ну ладно, давай. О, маяк. О, ребята, маяк в чат, срочно. Маяк. Это отсылка к квикдроу. Квикдроу последний мы снимали. Это паста зубная, которую выдавливают ручками. Просто я очень быстро рисовал. 228 рублей стоит. Маяк гейт. Зубная паста. Очки мини-маяк. Действительно, 150 рублей. Надев его, ты будешь бог. Носок. Тарок. Надев его, ты будешь бог. Куча девяток. Что мы еще увидим? Так, что за холмик? Оу, какаха. Лепеха, читер. Немо, лепеха. Как там было? Что-что? Ну, ребят, значит... Если вы не понимаете, что здесь происходит, необходимо вернуться, посмотреть квикдроу последний. Он недавно выходил. Я, может быть, даже вон туда, в правый верх, сделаю кружочек, на который вы нажимаете, и там появляется эта штука. Да, там был выпуск Маяк Эдишн, у меня квикдроу Маяк Эдишн, и во всем людям виделся почему-то маяк, хотя на самом деле это... были обычные вещи. Собственно, я не буду вам ничего рассказывать, вы сами все поймете, когда посмотрите. Я мал, бак потик. Да. Я мал, это же из прошлых колес. Закатики, да, закатики падают, баки текут. Просто шедевр. Это вот человек взял прошлый выпуск колес, человек взял выпуск квикдро и
все это смешал, это великолепно. Это великолепно, Ярик Бак Патик. Да, 5 баллов. Тут меньше невозможно поставить. Я поржал. И лабиринт. Последний уровень человек мне порекомендовал пройти. Оу. На ком? А какая разница, да? Ну, типа... Типа сложно, что ли, должно быть? Ну окей, ладно. Надо было сделать вот эти кнопочки очень-очень маленькими, чтобы нужно было вот так вот сидеть. И в этот момент так... И ты такой... Хорошо. Хорошо. Качественно. Очень качественно, много, коротко и угарно. Это великолепно. Лайк тебе, просто лайк. Ой. Класс прям. Вячеслав 19 Twitch. Духаст Вячеславович. Духаст Вячеславович, сделал уровень for Витёк Play. Витёк, пройди, пожалуйста. За кого хоть написал бы. Ну давай такого возьмем. Витёк, я в эту игру зашел в первый раз. Если карта будет говно, но усз, не... А, ну уж не обессудь. Кого тут обессудь? Как там у нас? Икея, да? Возможно, обессудь. Ну не обессудь. Возможно, обессудь. Играю в первый раз, передай привет Вячеславу Ярошину, наверное. Ну да, посмотрим, что тут наклепал. О, мины, мины. О, мины, 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 мины. О-о-о-о. Хрена себе, как тут это? Не, ну финиш был. Я еще живой дошел даже куда-то туда. Хорошо. Ну, нормально, в принципе, любопытно. Кстати, я не припоминаю, чтобы такие веселенькие, коротенькие делали штуки. Так, тут надо что-то с Тимми сделать. Не хотелось бы. Но Тимми вот здесь есть. Нет, давай без такого. Давай без этого. Вот жестокость оставьте при себе. Доброту и веселье давай. Создатель мира сделал нам UC-арт. Реалистичный. Прошу заметить. Замечить. Как можно замечить? Ого. Надо было на вертолете ехать, да? Воу-воу-воу-воу-воу, опасно. А неплохо. Вертолетная площадка, взлетаем. Цветка и там, и тут передают. Я думаю, вы уже давно увидели, что шепчет вам цветок из этого уровня. Он шепчет. Ставь лайк. Нажми кнопку поделиться. Пиши коммент, говорит он. Да-да, да. Я могу это прочитать. Это двоичный код. О, я победил. Лучше за неделю, пошли. Рейтинг, эта неделя. Смотрим. Клик паркур мейкер. Делатель клик паркура. Уга инкогнито обычно какой-то трешняк такой делает, который великолепен. Смотрим. Долго грузится, много механики. А, клик паркур мейкер. Ну давай английский. Мячики. Ага, красный смайлик. О, ух ты, о, Варзи, давай Варзи возьмем.
Динь-динь-динь. Говорит нам. Ого! Вид кнопок. ВАСД или правда. Угу. Давай первую возьмем. Интересно, в конце дадут управлять. Музыка? Нифига себе. Клик на play, чтобы послушать. Ха. Ну, мне первая нравится. Берем первую. Охрененно сделано. Цвета. Красные, зеленые. Ну, давай. Там был красный смайлик. Красный смайлик по красным коридорам пусть летает. Хорошо. Type of level. Только ключи и двери. Кнопочки с таймерами. Финальный босс файт. Я должен выбрать финального босса, ребят. Все остальное фигня. Все остальное, как говорится... Для всего остального есть мастер-карт. Для финального босса есть этот выпуск. Хочешь добавить звуки? Yes. No. Давай. Да ладно. Работает. Прикинь. Есть вот дырочка за мной. Вижу босса. На этом уровне тебе нужно сражаться против босса. И уничтожить его. Но это не так просто. С тех пор, как вы... Так, так, так. У босса 4 жизни, а у тебя только 3. На! Неплохо. Отлично. Ха-ха-ха. На! Ха! А! Как так? На! Ха-ха! Хорош, победа! У-ху! Спасибо, что поиграл. Надеюсь, тебе понравилось. Хорошего дня. Какие же он все-таки крутые уровни делает, а? Какие он крутые уровни делает? Слишком круто, чтобы быть в колесах. Jump off something. Что бы это значило? А, прыгни с чего-то непонятного. Ауч. Это типа, как это выглядит в моем воображении, да, как это выглядит в реальной жизни. Ауч. А где финал? Финишируйте меня, пожалуйста. Нету? Круто. Гарпун джамп. Да не люблю я гарпун джампы. Пазл колор. Демка. Что надо делать? А. Типа забираешь штучки. А, смотри, типа, какого цвета ты сажал кругляшок, по таким палочкам ты и едешь. Ну, любопытно, достойно. Я что-то сегодня добрый. Я только одному, по-моему, трояк влепил. Кому-то четверку. New Pogo Fight. Новый Pogo Fight. А вот такой лестничного типа, да? Твой друг. Действительно, а почему раньше такие не делали интересные Pogo Fight'ы? Потому что он сложный. Назад отбрасывает сильно. Так, отец Джастина. Собственной персоной Джастин. Спасибо, Джастин, что освободил мне платформу.
Я просто его очень сильно попросил. Сенсей. Ух, сенсей. Ах, сенсей. А что если миной воспользоваться? Прям так качественно жопой на нее сел. Не так же надо пользоваться миной, а? Воу-воу-воу, тихо, опасно. Вау! Фига себе, там их как много. Я победил. Что за поза? Ну это самый быстрый, нам надо сейв реплей сделать. Ну-ка. Тынь. А, посмотреть, 8.77. Может, это самый быстрый реплей? Хотя вряд ли, я думаю, многие так догадались сделать. У-у-у, блин, тут за 4.70 кто-то сделал. Во, вот оно мое. Мы давай за 4.70 посмотрим. Правда, дизлайк стоит. Хорош! Он еще и... Прикиньте, он изменил траекторию полета тем, что он откинул погу назад. Йоу, нифига себе ты крутой. Великолепно просто он это сделал. Что я могу сказать? Вот этот на поге прилетел. На поге. На поге прилетел. А, жесть какая. Нормально, ладно, назад. Зомбис лоу. Зомби лольки. Не. Не, это не зомби. Ха! Ребята, дожили? В лучшее за неделю из 50 уровней ни одного ботл флипа. Что такое construction junk? Интересно. Довольно долго грузилось. FPS просевший, смотри. Даже на моем зверском компьютере 20 FPS всего лишь. Лопату какую-то сломал. Медленно, говорит. А почему медленно? Вижу топор. Ага. А, черт, прикиньтесь, ловушка была. Вот оно что, в чем сложность, да? Ну, погнали. Теперь я понял, что это за игра. Значит, мы заезжаем в какую-то будку на велосипеде. Не спрашивайте меня, что это за какашка там в небе висит. Я не знаю. Значит, мы съезжаем. Да давай, вперед. Здесь нужно сбросить топорик. А дальше нужно перепрыгнуть. Хоп, хоп, хоп. Тихо, осторожно. Что это? Я что-то уронил, но я еду поэтому вверх. Сверху падает метеорит, осторожно. Я еду на велосипеде по проводам? Ты издеваешься, что ли? Что это? Что за акробат такой? О! Прыгающая урна. Ну окей, ладно. Не удивило топ... Ох, нормальный топор. Качели. Что будет дальше? Я прям уже любопытствую. Стройка. Лифт. Там мужики с балками. Сейчас я буду их давить, видимо. Я пробрался на стройку. Строители бухают. А ну быстро за работу. Здесь есть музыка. И где? О. Та-т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 а
О-хо-хо! Строительной площадкой запахло, чувствуете? Все? Окей, ладно, а то такое ощущение, как будто отбойный молоток работал. Все. Нет. Не понял. Почему финиш не сработал? Какая ди... Че за фигня? У меня слов нету. Надеюсь, за эту музыку мне потом правообладатели не приставят. Отличный уровень, что я могу сказать. Финал просто великолепный. Как скажут некоторые, Витёк опять на дно пошел, скатился, свалился, упал вместе с велосипедом. Да. Смотри, какой-то Pogo Fight демо. Ну, обычный Pogo Fight. Ничего такого сверхъестественного я здесь не вижу. Довольно аскетично выглядит. За счет того, что черные и белые. Только не горелые. Хотя вот горелый. Лайк за шутку. О! Я просто перед ним извиниться пришел. Поцеловал его в шейку. А, тихо. Осторожно. Чувак, ему лишь бы воткнуть в задницу. В свою, в чужую, какая разница? Стихии? И вообще как-то двусмысленно получилось. Иди отсюда. Что я сказал? Ребят, я не хотел. Ох уж этот Витёк, да? Ого! Да я живой! О, красиво-то как, а! Всех победил, еще раскидал тут все. Ой, блин, не, ну я такую штуку сморозил, а. Ладно, слава богу, в чате никто не услышал. А ты сделаешь вид, что закрыл уши и не понял, о чем я там пел дифирамбы. Все, я думаю, пока я на этом остановлюсь. Ох, жрабасина нас встречает. Ну, ничего страшного. Финиш увидел, выиграл. Спасибо всем за внимание. И тебе лично. Обязательно нужно поставить лайк, что уж говорить, если не поставлен. Можно всучить, посмотреть этот ролик своему другану или подруге. Ну, или вообще всучить всем телевизор. В описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. Жду в следующем выпуске. Пока-пока.